Всем привет! С вами Виктор Новиков. И в этом видео я расскажу, как отправить свои документы на верификацию в кабинете Kairos Technologies. Для этого заходим в свои личные данные, которые находятся в правом верхнем углу. Выбираем вкладку Documents и заполняем все свободные поля. Первая – страна проживания. Второе – номер паспорта. В третье поле вводим, кем выдано удостоверение личности. И в самом нижнем поле дата выдачи документа. Все поля заполняются латинскими буквами. Далее нам надо загрузить сканированный паспорт и любой документ, указывающий ваш адрес проживания. Это может быть как счет за телефон или счет за квартиру, так и выписка с банка. Загружаем документы нажатием на окно Draw Files и загружаем по очереди. После этого отмечаем галочки в разделе Send и сохраняем изменения. Размер файла должен быть не более 3-4 мегабайт. Цветной, без бликов, не размыт. Верификация рассматривается примерно неделю. На этом все. В описании есть мой номер Skype и ссылки для регистрации. Звоните, пишите, отвечу на все вопросы.